Я говорю, это такая редкость, когда я остаюсь в бою с каким-нибудь союзником, и не я этот бой тащу, а союзник. Это прям вот такая редкость. Не, ну конечно, не без моей помощи, да, я там хотя бы добил меркавку и лавку. Хотя я высветил лавку или нет, не помню. Ну, в общем, не без моей помощи, но ты без тебя бы я точно ее не вытащил. Дискорд напишу. Давай, присылай мне в Дискорд скриншот личного дела, что это точно твой аккаунт, что это ты. Я тебе пришлю кодик. Что-то после МБТ-70 такой выезжаешь и думаешь, а ну, кто хочет плюху? А нет. А плюхи тут такой нету. Так, тут же все контролят? Все контролят. Отлично. Смотрим, что здесь интересного есть. О, сейчас засветы пойдут. Ой. Тихо. И мне полетело сразу. Так, хорошо стоим. В принципе, город можно будет прикрывать. А в городе союзников маловато, кстати, маловато. Могут продавить. Если наши будут ошибаться, мы-то их здесь можем прикрыть, но есть одно но. Эй! Так тип долго проезжал, короче, в засвете, что я думаю, он сейчас бомбанул от серой лампы. Так, attention. Да блин, АСка гадкая. Как быстро не вовремя проезжает. А что она упоролась? В себя что ли поверила? Ля-ля-ля, она проехала, реально. Никак ее там не одолеют. Бешеная АСка. Нужен свет. Так, что, собрал заезжать, что ли, ко мне? На, меркавка. Снизу. Давай, давай. Рискни. Да блин, ну чё ж вы не светите-то? Вот она. Стреляй! Блин, не попал. Хорошо. Своих не бросаем. Нормально. Кто там? Сивишка. Сивишка, продолжай нам светить. Отбили Сивишку. Она в шотной осталась. На грани. Далековато. Так, 13-11. Пока вроде счет в нашу пользу идет. Настоять здесь вечно не получится, правильно? Ибо смысл. Пряталась вовремя. Надо давить. Блин. Попали. Заряжающий снаряд.
Ай, пропустил, и там пропустил, и сам пропустил. А я не попал, раскачка опять какая-то дурацкая. О, минус командир. Хорошо попал. Почти отоварили. Живи, живи, термик, мы тебя прикрываем, все нормально. Оп, с гуслей. Леклерк проехал. Надо бы, наверное, поддавить. Нам кашка, что ли, щемится? Да, Леклерк проехал. Ай, че я тороплюсь? Ну какого хрена я тороплюсь? Ну серьезно. Блин, подсветите его. Еще гуслю продлил. Кашка заезжает сзади. Да уйди нахрен! Похеру, полетели. Блин, не добил. Вот это мне там полетело сразу, Птуров и всего остального. Так, пора возвращаться на базу. Там к нам уже едут. Оп, держи подачу. Это бы я не доехал. Китаец. Да, блин, ну такая стрёмная альфа. Вечно я не добиваю их. И тебя казнили. Ну все, теперь надо Леклерка искать. И я думаю, через город можно будет на картон врываться. Пришел мой час. Что называется. Ты куда поехал? Ну стой. Ой, там Сивишка. А там Сивишка катается. Не хочется сейчас дуплет в спину получить. Это будет неприятно, но дымы есть, нормально. Так, ну с Леклерком я справлюсь. Не проблема. Танканута. На верочку. Ой, десятку, мне надо десятку урона сделать. А, Сивишка уже ко мне приехала. Где ты? Не-не-не. Так не пойдет. Под дуплеты не поеду. У них три фуловых картона. Я сейчас просто поеду вот так. Поверху лучше или все-таки... Не, наверное, лучше поеду по верхней улице. А то вдруг я поеду по этой улице, а они сверху проедут мне в спину. Там кто-то явно собрались. Хотя вряд ли. Не, не поедут. Просто ждите, я сейчас приеду, все сделаю. Так, да, оставьте мне пострелять. Да плевать на них. Ой, я прям как чувствовал, что не стоит ремку использовать на покоцанную гусеницу. Сюда иди. А Скотт куда собрался? Куда собрался? Ты куда собрался? Не пойдет. Десяточка есть? Куда он делся? Это нагайд, как говорится. Сегодня прям меня прет.
Меня прям сильно прет на каточке. А? Два задания рейда и 8 фрагов и десяточка. Почти 11.